Есть такие места на планете Земля, от невероятной красоты которых просто захватывает дух. И в то же время эти места являются источником информации для ученых. Одним из таких мест является геопарк Коста-Кебрада в Кантабрии. Привет, друзья! Вы на канале «Другая Испания» с Еленой Вивас. И сегодня мы с вами путешествуем по моей любимой Кантабрии и посещаем совсем небольшой участок геопарка Коста-Кебрада, одного из самых фотографируемых мест в Кантабрии. Непрекращающееся в течение многих миллионов лет противостояние скал и океана породило разнообразные формы рельефа, которые простираются вдоль небольшого 20-километрового участка на побережье Кантабрии. Скалы, обрывы, арки, островки, водопады, бухты, пляжи, дюны, тамболы, уросы, песчаные косы, извилистые эстуарии рек и другие причудливые образования, как, например, вот этот провал. Смотрите, это скала, которая отделяет этот провал от океана. Потрясающее по своему образованию место. Чтобы в любой другой части Европы увидеть такое разнообразие геологических форм, нужно проехать сотни и сотни километров. А в Кантабрии все это сосредоточено на небольшом участке в 20 километров. По плотности представленных геологических образований это уникальнейшее место на планете Земля. Поэтому ЮНЕСКО в январе 2020 года присвоила этому участку побережья Кантабрии статус геопарка. Всего на нашей планете Земля 145 геопарков, 17 из них находятся на территории Испании. Два из них на севере, на Атлантическом побережье, а втором геопарке на Атлантическом побережье Испании, геопарке Коста-Кебрада, я вам уже рассказывала в одном из видео, можете посмотреть в моих плейлистах. Коста-Кебрада в Кантабрии является не только привлекательным живописным местом, но и демонстрирует уникальный набор прибрежных геоморфологических форм, которые дают возможность увидеть геологические процессы в их развитии, приоткрыть для себя книгу истории планеты Земля. А я, профессиональный гид в Кантабрии и по всему северу Испанию, по образованию геолог-геоморфолог, помогу вам прочитать страницы этой книги в моих авторских турах по северу Испании. Приезжайте, будет очень интересно. Сегодняшняя же видеопрогулка – это всего лишь маленький участок геопарка Коста-Кебрада на протяжении всего 3 километров. Но посмотрите, какой он насыщенный. Об остальных зонах геопарка Коста-Кебрада я вам расскажу в моих следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну, на этом я заканчиваю свой рассказ. Давайте просто прогуляемся по этому месту и полюбуемся потрясающими пейзажами.
Как вам сегодняшняя прогулка? Понравилась? Пишите в комментариях, какие еще места на территории севера Испании вы хотели бы посетить вместе со мной. На сегодня у меня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале. С вами была ваша Елена Вивас.